Здравствуйте, я Светлана Казаченкова, учитель школы 1358. Сегодня вам готова показать комплекс утренней зарядки, который вы можете выполнить сами, показать своим детям. Комплекс поможет вам взбодриться, зарядить на весь день и включить мозговую деятельность. В этом комплексе присутствуют сложные упражнения на координацию. Вы не пугайтесь, у вас все получится. Давайте начнем. Глубокий вдох, руки через стороны и выдох. И еще раз глубокий вдох и выдох. И последний раз глубокий вдох и выдох. Отлично. Руки перед собой поставили. Раз, два. Спину держим ровно. Три, четыре. Меняем, другая нога. Раз, два. Держать спину. Три, четыре. Отлично. Левая рука согнута. Правая рука будет делать вращение. Левая отводится в сторону вместе с ногой. Начали. Раз, два, три, четыре. Вращение назад. Раз. Раскрываемся в плечевом суставе. Два, три, четыре. Поменяли. Другая. Раз, два, три, четыре. Спина прямая, руки в стороны, ноги напряжены. Мы делаем вытяжение влево. Раз. Вернулись. Вытяжение вверх. Другую. Три, четыре. Продолжаем. Раз, три, четыре. Руки в стороны, ноги напряжены. Взгляд всегда вперед. Спина ровная, прямая. Мы на четыре счета будем наклон делать вперед. Медленно. Вниз, вниз, вниз и вниз. И медленно. Вверх, вверх, вверх и вверх. Еще раз покажу боком. Медленно. Вниз, вниз, вниз и вниз. Взгляд всегда вперед и вверх. Вверх, вверх и вверх. Левая рука перед собой, правая опущенная. Мы поднимаем колено, отводим левую руку в сторону, правую тоже в сторону. Вместе со мной давайте. Раз, два, три. Руки напряжены, спина прямая. Четыре. И еще четыре. Три, два. Отлично. Поменяем сторону. Раз, два, три, четыре. Руки за головой, ровная спина, корпус напряжен. Мы отводим ногу в сторону и подносим колено вверх груди. Вместе со мной давай. Раз, два. И еще раз, два. И еще два раза так же. Два. И раз, два. Эту же ногу оставили перед собой. Носок на себя, нога напряжена. Делаем четыре вращения от себя. Раз, два, три, четыре. Себе. Раз, два, три, четыре. Отлично. Ногу не ставим. Мы ее отводим назад и уводим руки вперед. Остаемся в балансе. Стоим. Четыре, три, два. И возвращаемся. Представляем ногу и руки за голову. Правая нога в сторону. В сторону. К себе. Два. К себе. Три. Отлично. И то же самое. Носок ноги натянули на себя. Локти открыты. Спина прямая, от себя рисуем круг. Четыре, три, два. К себе давай. Четыре, три, два. Отлично. Ногу не ставим на пол и выходим в баланс. Держись. Четыре, три, два. И заканчиваем упражнение. Ставим ногу на пол. Левая нога впереди, правая сзади. Мы с вами делаем 8 прыжков в выпадах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И сразу ушли в баланс. Стоим. Четыре, три, два. Отлично. Поменяем ногу. Правая нога впереди, левая сзади. Таких же. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. И вышли в баланс. Левая нога вверху. Левую ногу согнули, взяли левой рукой, правую руку в сторону. Широко раскрыли кисти, руки и начинаем работать только кистью. Сжимаем через, тяжело сжимаются пальцы. Сжимаем медленно, медленно, сжимаем, сжимаем. Медленно раскрываем, широко, широко, растягиваем, медленно и не спеша. Отлично, поменяем. Начинаем медленно сгибать фаланги пальцев, не спеша, раскрываем также медленно, плавно и не спеша. Желаю вам успешного учебного года, и пусть у вас всегда остается время на зарядку.